Сколь ви... отревоженная вами. Вы сражались отчаянно, чтобы проникнуть в царство Жнеца. Теперь перед вами лежит лишь один путь. Путь. С 25-ки, по-моему, с него хорошая голова падает на РДД. Критхаст, если не ошибаюсь. Хочу ее менять. С 25-ки голова? Я вот еще ни разу не видел в луте вот с этого босса с 25-ки меч такой, типа, в виде ворона. Я что-то ошибаюсь или типа нету его? Смотрю в этом слоте. 25-ка? Ну, 25-ка смотрю. Там плащи какие-то. Готик жнец. Голова, да. Ткань, вон она есть. После плащей. Как раз после плащей она идет. Меча есть? У меня просто... А, вот он. Вот меч жизни и смерти. Критхаст. Правая рука неплохая. А, блядь, у меня же фильтр стоит. Шумар. Прям... Бля, красивый, пиздец. Смотри, какой красивый. Красивый. Офигеть. Я его парочку чуваков видел там было ранее, но это только на людях, а в пути ни разу не видел. Ничего, бывает. Это просто продолжаю вашу серию этих кинжала и брасов. Пиздец, брасов. Я их видел на ретрике, короче, в Дальнем Востоке, когда ходил. Паладин. Смотрю, выпали. И думаю, сука. Они мне как бы постольку поскольку, потому что там меткость и мастерство капы, типа, собрать мишки. Там как бы у меня капы есть. Вот, например, пуха у меня зачарена на этот, как он называется, титановая цепь. Она 28 меткости дает. Вот, а я мог бы берсу гонять на мишке. Плохо было. Мишки же не зачаришь от видения, да? Кстати, чекали, оно все-таки работает? Конечно, видение. Работает. Там просто кто-то говорил, что типа чекал через ДБМ, что не прокол ни разу. Не, все работает. Если в Тулмиван его добавил, все работает. Он прок не оплатил. В натуре. Короче, была чарка 50 выносливости на пуху в Эльдуаре. Что-то с ней ее отменили в Близзарде. Че вы там, не задыхаетесь? Да не, да вообще нет. Еще давайте, чуть слабо. Я уже больше не иду. Я даже звездный огонь ни разу не нажал. Звездопад. Блин, съебался нахуй. Слышь, смотри, ему там кабину посломал, он съебался до вас. Давай его сюда, чем бока намну. Ч
Сейчас пару крит. Ты что там на стене рассматриваешь? Что там написано, что там? Да блять, опять ебался, но как меня бесит это. Сейчас уже дверь откроют. Да, я, короче, бегу уже к вам. Там же могилку сейчас откроют, походу. Кто-то метро и Скотт играл? Да. Ну чё, как? Это последняя, по-моему, которая выходила, же верно? Вы за этот меч? Какой меч? Сразу просто. Не, Макс, мы с 25-ки. Вроде я ФК чайник поставлю, 2 минуты. Так, латы. Нажму на распил, короче, всё. Ну что ж, Сэнди, прогоняй их. Сперва мы с ними позабавимся. Сейчас спадет дебаф, там 20 секунд пойдем. Надеюсь, они проживут достаточно долго, чтобы я успела представиться. Может быть, они облагоразумятся. Представиться. А как правильно? Вот представиться, представиться. И вот когда, типа, помер, представился, без предбы... Представился, да? Куда представился? Когда помер, это пиздец. Вон, есть еще слева, там бассейн, туда будем нырять. Сейчас тут трэш чистим, короче. Ебать, вы там ход вы пишете. Представляешься, выставляешься, заставляешься. Все подряд, да? Я просто вспомнил фильм «Пираты Карибского моря», где вторая часть «Сундук мертвеца» или что там. Этот, где на летучем голландце-то этот идет, Дэвид Джонс такой. И ему отчитывается боцман такой, говорит, трое там, блядь, это самое, и остальные представились, блядь. Слышите, тут Рика пишет, это все мечтает полутать голову Т7 с меча. Если я зайду на Рика, ну, надеюсь, что выпадет просто башка, ну, анролом. Анролом прям. А кто там? Паладин, жрец, лоб. Представить. Слишком много. Ладно. Ну смотри, если Роланди и Кастане не надо, типа... Мне не надо, мне 219. Ну тебя заебись, да. Хотя ты 7 бонус никто не отменял. Я не знаю, там... Меткость, скорость. Это она в любом случае 4 из других просто токенов соберет. Это что делаем? Это нигим, да? Ну конечно, это этот, на сову сойдет тема такая, герой рейт. Вот сюда. Да. А, мимо кассы, блядь. Свободная касса, ёпты.
Значит, не Энг и не Элем, значит, будет спексовый. Так я еще в раздумье решаю, как делать, Энг или Элем. Так, вот смотри, что делать. Элем лучше будет, но Энг это я не знаю. Я бы его только третьим делал спеком. Типа... Ну, типа, просто я смотрю, на кого одеть полегче будет. Вон в Сове на данный момент Сове Анрель можно отдать. У него вообще санина какая-то 78. Да, сейчас отдам. Чтобы это, чтобы меткая была. У меня на Сове 0% меткости. Вот я про это и говорю, видишь? Слышь, Воя, так мы твоего ДК-шек сидим, да? Чего одеваем? Моего ДК? Нет, зачем его одевать? Моему ДК в десятке ничего не надо. А мы сюда зачем давай пришли? Просто пофаниться. Ну. У нас есть вагоны, кроме ДК. Ой, да. Роланду, Анрель, Кастане одеваем. Вот этих трех твинков. А вот мы можем что-то полгода одевать. На стрелиться и шмотки там, блядь, походу. Посол дело, блядь. Короче, твинки, они должны быть, ну как бы это. Вот, смотри, вторая. Да ебаный насос. Опять это. Да, блядь, тара. Сейчас я не стрелю, сейчас ее. Анрей, пожалуйста, зайдите ее. А, нет, я выкажу. Да вы заманали, слышь? Короче, так я пропустил. Этот, сколько там? Туда, этот, Чирубель кидай на Кастане СС. И кто у нас самый слабый? Самый... Ивар. Этот, Анрель самая слабая по ДПСу. Иди туда, и там давай, кнопка... Там кнопка такая есть, на нее встанешь, Кастане даст тебе диван, встанет СС-ом, прибежит сюда, бафнет себя, иди мы его бафнем. Там кнопка, какая кнопка, ну вот смотри, бежать? Вот видишь спасибо. Пьедестал, видишь пьедестал, там даже 4... Тебя не вижу. Ну квазик, через который телепортируется. Вот он я, видишь, ДКшник с топором. Вот видишь, пьедестал, стоят 4 всадника. Беги по стеночке, по правой или по левой, туда, на ту сторону, по стеночке. По правой или по левой. Бежишь туда, оббегаешь, поворачиваешь. Вот. По Кастане СС есть. Кастане тоже беги туда. Мобы танчиться будут здесь. Я 1-2 мобов держу. Стоим в одной точке. Сливаем сначала Картавого, а потом Ривендерного. А, знака нет. Дживс есть. ГЦ. Купи хоть здесь. Клипсы инженерии, может быть, у него есть? Вон, покупай. Прикинь, обосраться, когда дивана нет. Ну, а Лок туда не должен бежать, конечно. Ты СС дал уже, стой с нами, иди сюда. И что тут делать? Стоять просто? Сейчас тебе дадут диван, и под диваном ты будешь стоять, а мобы, которые сзади, кастеры, они... не будут ваншотать рейд, то есть не будут бать АОЕ в течение 3 минут, пока есть на тебе диван. Тактика от угол, блядь. Неплохо. Короче, отлично, вставай и беги к нам. Быстрее, быстрее, и беги на себя баф сразу, клятву прожимай. Ну ты знаешь, там сам все. Вот. Он бежит, короче, пристабав по нему, лапку дайте, сдурлюдай лапку. Блять, Иману надо, чтобы он отпил. Ебани ему инер за друлю. И пожри, сядь пожри быстренько, секунд 5. Чтоб прохил какой-то был. Ну и все, иду. Он там джип стоит. Все, пускаю, короче. Защищайтесь! Этих дураков, короче, я свожу. Я расскажу, а? Да, сейчас они сойдут. В одной точке стоим. Видишь, изи как. И до упора прям стоим. Этого убьем. И Эвендера до упора прям стоим. Убиваем. Там до 6 стаков можно. Все, херачим последнего. И потом пойдем сначала захерачим левого дальнего, это который черный лужи раздевает. Короче, бабу.
Леди. Все, уже можно бежать, я думаю. И так сдохнет 100 тысяч. Пошли, пошли, двигаемся. Что там? Можем по старой. Тоже леди поводить по ступенькам. Как мы кошку водили в Ульдуаре по ступенькам. Там же тоже леди было. Ты херачим, костись, бля. Ты прям захерачивай. А мне нравится так на боссах стоять. Нравится? Угу. Ну теперь будешь постоянно этим заниматься. И чисто на всадник. Давайте, у вас 30 секунд осталось. Как раз. Добиваем там до упора. Все, ну и на той курице рынжу, короче. Я не понял, я не понял, убейте с нами пизду, я тут и заебался отлетать нахуй, эти овцы, блядь. Как ты сказал, что там за шовинизм, да? После убийства в портал не прыгайте. Да, кнопку не жмите. Побежим там пешком в это, по жиже поплаваем. Продемонстрируем своего тюленя. О, базука, оказывается, зелье кабил. Ну, уже 6 стаков. Сейчас помрешь на 7 дом. У меня нет выбора. Я должен повиноваться. Так, меч распыляем. Грудак. Паладин. Ой, мандруид. Ой, друида. Тут еще починиться можно. Бегите быстрее, короче. Вот туда наверх, как откуда мы спустились, туда поднимаемся. И там в конце коридора будет этот бассейн. Так это что ж мы не умирающего еще можем сделать? Или нет, у нас тоже двое умерло. И сейчас тоже кто-то умер. СС-ом же ресали. Ну, до боя с боссом не считается вроде как. Кстати, до боя не начался. Ну там Бигвар умер. Что ты говорил, Бигвар где-то? Так, а на лоскутике он умер с пула. А, точно. Ой, Макс, руинер, ой-ой-ой. Вообще. Зарынил катку пацанам. Да, сука. И Кастане у нас тоже умер вот на каком-то боссе. Заруинил, блядь. Видали моего тюленя? Видали, как я плаваю с топором. Токсичный тюлень. Звучит, конечно, пошло. Только не с пульки трешь, осторожно прям. Да, что там, рыба 20 минут, надо поставить, да? Не забывайте, на этом вайпаться нельзя, как он называется, на Хейгене. А то бежать придется через Гаргули или обратно через этот военный. СС кинешь на какого-то дроля, на всякий случай. Если не ошибаюсь, ССКД, потому что он кидал на паладина. Не, ну там уже на Хейгене.
пиздец будет увлекательный. Угу. Я сейчас вспомнил момент, мы когда на классике играли, мы норты на классике до перехода убивали. Ну, до телепорта. Видите, не помню. Сколько у них хп там было? КЗ, ну на классике там все, тут же 40 человек. Он там разлетался, наверное. Там просто такие бурсты, там вообще там дичь такая. С учетом того, что за альянс нету Геры. А с того с паладинами были на альянсах. Так что паладины там, только хелы, паладины там вообще. Касочки. Ну тогда, баб. Ну да, да, это да. Нет, там топ, это роги вообще. Роги, фурики, а тут вообще такой разрыв сделали. Меткость как раз там. Да, перчи надо тебе, Арти? Так, кому не надо? Это же эти кольчужные, типа, на Элем, да. Ага. Блять, сколько его пылить можно уже, да? Можно распылить, это не буешь, если что. Буешка. А, вообще-то буешка, да? Ну, конечно. Я думал, страшно не буешь, так пар. Так, все эти шеи буешки были, которые пали, под ним все недели. Можно я на секунду?
Что, погнали? Готовьтесь там перебегать. В звезду бегите. Играющий куда? Подожди, это получается на аутхибе тоже вайпаться нельзя? Да вообще-то по идее ни на ком вайпаться нельзя. Как боженька снова. Чтоб так, такому детей в школе учили. Нигде вайпаться нельзя, вот это заебись. По жизни? Да. Чтоб с автобуса даже выходил, не спотыкался. Бессмертная победа. Ну хуя себе. Бескромно. Опа. На инфа, сюда. Распыляем всю эту хуйню. Чем больше меткости, тем больше промаха. Это нормально? Народ, сейчас давайте сделаем так. Не пульти всю комнату. Вот вдоль стеночки левой, Слава, беги. Вот тот, кто спулится, того гасим. Мне не надо гасить всех подряд. РДДшники, вот тех, которые в середине глаза убивайте, ну не бейте дальних, совсем дальних. Я заметил, вот играю за рогу, Славян, тебе говорю, а, знаешь, какая хуйня? Вот если я кидаю триксу, например, на танка, и бегу вот в пачку, вот дальше не агрим, попробуй дальше не агрить, пожалуйста, вот этих давай убьем, я тебе покажу хуйню одну, то и мобы, они агрятся на тебя. Лучшая хуйня. А? Лучшая хуйня, я сейчас стану. Вот, убейте, пожалуйста, могу выйти, не пуньте больше никого. Просто я тебе сейчас объясню, к чему я тебе это рассказываю. Вот смотри, кидаю на тебя триксу. Вот, и бегу, смотри, вот в этих мобов, смотри. Вот, я их не бью,
а они бегут на тебя, видишь? Они как бы на меня агрятся и сразу бегут на тебя. Это я к тебе к чему рассказываю. Вот в Ульде есть кошка, вот, и кошка, вот эта баба с кошками. Если вы все станете за угол, я кину проекцию на танка и просто побегу на нее, то вот эта вся хуйня, кошки, хуёшки, они просто на вас побегут и все. Ну да. Смотрите, чтоб там танк не дрочил, вот этого дрочилова не было с перетяжками, с ловушками, вот этой всей хуйни. Все, я в триксу кинул, там встал, они сразу к вам побежали, все. Они же прыгают на рандомного человека в рейде. Ну вот это, блин, по идее нет. Хуй знает. Ну вот это я хочу попробовать. Я хотел один раз попробовать, но там такая напряженная ситуация была, что не до этого было. Вот так полкомнаты можно скипать и в 25-ке. Так, на будущее. У меня вопрос, а на ком-то есть КД-гер или нет? Есть, 5 минут. Базука 5 минут. 5 минут. Бля, на мне нету, я не знаю, не понимаю, что прикол. Ты просто помер. Да, в 25-ке жирные все. А, я же помню, бля, что я так делал. Короче, в одного танка заебись будет. А что у нас Сапфирон остался, да? Скелем. Что, погнали, давай, давай, пожалуйста. Каску ребафни, пожалуйста, приступ. А, и по шаману дайте футбол, пожалуйста, тоже. Каску, крест, не крест, ну, там. Интеллект, минут. Линейки, короче, есть такой скилл, типа, блядь, Uber нагибатор, нахуй. Его включаешь и пиздец, там по миллиону, блядь, тысячи даешь. Нахуй там, гремский скилл такой. Такой мне бафните, блядь. Жри рыбу, Арти. Так, сейчас, я другую похаваю, блядь, своя. Короче, выбил банку на броню, блядь, погнали. Да не успел рыбу. Нужно похавать, про меня папа рыбы на все в атаке. Этот. Бигвар, скажешь, когда спор условишь, что тебе стили в дам. Хорошо. Ну, сзади. Давай, стили. Роланда, короче, щиток кидай, когда вот в этот момент. А то он, когда это под аурой не работает поглощение. Ну, в следующий раз будет 3 секунды это кинешь. Блять. А там, в принципе, не догоните. Это гоню аву в десятке, третий раз порно. Так она летит, блять. Она возле меня взорвалась. Нужно вам ближе к ней находиться, когда она взрывается. Там радиус у нее маленький. 10 или 8 метров. Сейчас вот эта, которая взорвалась возле ноги, меня аж забафала. Ну, а я ее убил, и она меня не забафала. Так надо к ней ближе находиться. Это она, видишь, возле меня близко я была. Я убивал, я прям в мире стоял с ней. Ну, не знаю. Она случайных вокруг людей
по-моему, какое-то количество бафов. Это на не всех, не всех бафов. Блин, разлетается просто в щепки нахуй. Истерил, лос еще кидай. Уже давал. Не откадился еще. Уже давал, уже она слетела с тебя. Ну, вот это, по-моему, топовый посох, да, для кого-то? Да, для меткости. Я такой на шипы ношу. Ну, в связи с этим надо подумать, кому ключ отдать. Надо туда идти, и сюда на лягче. Или ты сейчас пошел такой сделать. Слушайте, кому ключ закинуть? Рванди или Норель? Рванди вроде есть. А, есть. Я не знаю, спросите, у них он был, мы его, по-моему, выбивали. Так-то я на присте, а меня аж на шмай. Там, короче, будет шея с дыркой, тоже скорость, меткость. Вот как вот это буешь. Вот. А у тебя беспонтовая, у тебя с B5 что-то. Нахила. Можно Орландии закинуть, да? Чё вы? Ну погнали. Блять, это будет пиздец. Страшно, вот это я не люблю этого босса, пиздец, больше всего. Почему? Можем бегать, блядь, приходится, ты дрочишься. Да тут захилился. Вроде только взбрусился, сейчас, блядь, давай. И человек побежал, блядь. А вот зуба стоит там, блядь, где-то. Не уроните находит. Там никого, прием. Хилите посильнее. Или что там, кто-то кашляет. Да я тотем искал на лёд. Я сказал, что надо. Ну вот, видишь, я, блядь, не босса бью, сука, бегаю, блядь, просто по карте. Что за прикол, блядь? Ты... Раз тотем поставил, лучше ауру кастерскую поставил. Хотя... Так я поставил тотем от льда, не надо ставить ауру. Аура пускай стоит кастерская. Я про то и говорю. Хотя она нужна для чего? Чтобы не, это, не замедляли каст. За другим, блядь, мне сейчас самый... А, успел, блядь. Ааа!
Прикольно, ложимся. Давай убьем, че? Не, я не буду бить так. Давайте лучше нормально бить. Он, да, ну всех затрагивает в этом моменте. Если давайте, я подержу. Надо просто за глыбы прятаться, потому что ваншотает. Да я вроде прям за войдом стоял, что-то фигня такое. Надо относительно центра ровно стоять, по прямой линии. Кто в инсте? Ну я... Инста, выйдите. А, ты где? Я типа резнулся, я зашел туда, и у меня зависла загрузка. Фигня. Есть раз? Дайте побегу, раз возле камня валяюсь. Это... Кто там есть? Сюда. Ладно, подлечу. Да блин, я почти резнула. Ну ты даешь. Не надо было сказать. Я смотрю, не отзывается, думаю, ну ладно, пусть с ним. Рыба на снегу. Я закажу уже. Так мне надо сомнуть, я бы на ранее появился-то. Сейчас умнут. Да не, пару массов я тоже дал, блядь. Хули твою быша там, блядь, пока там раскрутился, блядь. Как это, слышь? Это, есть трактор завода такой, блядь, шмургалка называется такой, блядь. Накручивает нитку такую, блядь. Ты пук и резко дергает, нахуй. В принципе, как бензопилы такой заводят, то как трактор заводят, нахуй. Ну, пока бы ща там все, блядь, заведешь, нас там половину попадала, блядь. Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас не запускаешь 10 секунд. Ману, да, восстановлю быстро. 30, 20 секунд осталось. Все, готов. Поставь третью ауру, Геры нету еще 18 секунд. Ну уже после взлетки тогда. Я за другой уйду. Блядь, прохильте бы главное, а 9000 хп. Yeah.
Ты, кстати, Саша, не против, если я голову спизжу с Келли? Ты си. Хотя... Я против. Вроги не надо, задрулю не надо. Задрулю кинь парти, Пекс Уиннер. Спасибо. Вот это прикол. Я вот забыл, кого я первым вкачал, двух палов или двух друидов на циркуле? Не вара случайно. Да, вара это понятно. Я ж потом делал еще блинку. Сначала у меня был лог, потом рога, потом приз. Вот с приста поле пристом и начал хитить. Прикольное кольцо. Не надо никому. Разлокнуться надо. Я распылить нажал. Ну, кольцо. А что с базука? Релогается. Релогнулся. А, ну бери, бери, конечно. Третий спек берите. Так, что вы готовы? Заходите за линию, базука там на чурбель. Чё он ману допьёт? Прошедший через лед, что это такое? А, озеро длинных руков. Погнали, заходим. Ну и ОСВП осталось. Склеп, не знаю, надо вам, нет? Руанда, Норель, остальные. Давайте лог на 10 пойдем, а? Конечно. Я вообще это ульту еще планирую сгонять быстренько. Нет. Че там падает? Руанда, КД, на склеп. Ульду которую? Десятку? Ну да, там чисто так. Втроем, вчетвером. Ну вот меч, меткость хаст. На кого это? На мага? Да? На лока?
дробяшка, крит АРП 219. Кистевуха на МХ. Шея, сила, меткость РП, запы, даже офигенные есть на танках. Это ты что читаешь? Левиафан. Грудак, крит, хаст. Ну, вот, мы первый раз, помню, ходили Ярланд и Тагариус, потом еще взяли с собой вот этого нового мага, который потом сразу ливнул. Ну вот сегодня еще можем кого-то взять. Там, в принципе, вдвоем можно все сделать. Ну, втроем быстрее. Двое сока надо сначала закрыть. Сока шея 10-12, хороший. Хотелось бы фулу льду, конечно, но... Вот кастане, если хэпала апнуть, хэпала на убрать, вот Накс, например, апать его, чтобы он в одну десятку гонял, хилил. Я тебе слова уже не пойду никуда после этого 16. Все, у меня завтра экзамен. У меня вся эта неделя прикидные экзамены в универе. Четверг курсе у меня. Не хочу опять до 4 ночи не спать, это все здесь делать. У нас вообще в этот четверг должен быть то, что в понедельник быть. Мне в воскресенье вечером звонит одногруппница в 12 ночи и говорит: слушай, а что ты на завтра сделал? А я сижу, такой пиво пью, вообще-то смотрю, в смысле на завтра, на 4 надо. Да не, на завтра. Я до 5 утра это все говно делал. В 8 утра сдавать. Ну нормально, как все нормальные студенты, не знаю, что. Так если бы она не позвонила, я бы не знаю. Еще через час звонит другая однокурсница, спрашивает. Импровизация – лучший признак мастерства. Так, и понимаешь, что вот с тех, кто начал делать воскресенье, я единственный, кто сделал. Остальные или вообще не пришли, или пришли с там, за 3 минуты в пейнте нарисованным гермом. Ой, видишь, ты еще и ботаном оказался. Так есть, блин. Вот тебе был ботаном. Как только Гера откатится, Гера сразу нам, наверное. Или на нас последний фазу ставит. Ну, когда жуки появятся, лучше попозже. Я с пугами ходил на прошлой неделе, на то запрошлый, тоже Роланда в дни. И там по куче миликов было, просто сразу все 3 милика попали, 4, постоянно замерзали. Пугарели, и никто не умер все равно. Ну, понятно, если прохилил. Шаман, типа я был, и второй шаман, что-то будет 205-204. Подчинение тут будет или нет? О, нет, Мариса. Ну, Бигвар неправильно стоит. Сзади, подальше от меня стой. Базука, минус. Тоже опасная хуйня, потому что иногда багается так, что метка запоминает, кто там стоит секунду, и может ее даже если успели выбежать. Короче, по мане сел. Странно. Это при том, что я на себя инер давал. Не критуешь нифига.
Сколько у тебя хаски? Если мир откатится, я могу закинуть. 328. Давай я сейчас поставлю тотем, тогда не поставлю фигуру и пати. Ну и ничего, на рейде лестнич. О, синяя джага, все, я пошел в миле, ребят. Пиздец вашему келю. Так, кошку, покажи, какие. Я тебе маны залила, вещи нормально. Да уже так интересно, блин, ладно. Да. Стоит 328 у меня. Что-то мало. Куда-то будет. Мало даже. Даже мне 55. Ну все, жуки, поехали, давай, до Вегера и пошли. Ах, и Роман нет уже. Так он сам по себе может кинуть финер. У меня вот в десятке часто бывает, что она заканчивается, в 25-ке никогда. Потому что в десятке крипта не заканчивается. Ну и вот наличие все время в десятке конкретно. Тут самый затяжной бой, наверное. О, круто стоите. Красиво. Слушайте, да, мы можем сделать цепочку, чтобы все 10 так сделали, не? Чисто сфоткаться. И сдохнуть. Блин. Вот, вот эта хрень ману выжигает. Взрыв маны. Где ты меня, блин? Я холодный, не надо к мне повернуться. Ну, сейчас мы вдвоем примерзли. Так, у меня там комбо-поинты накопились в прошлый раз, когда я бил, надо... Все-таки заюзать их. Все есть. ГЦ с головой хули. Гостевой надо? А сейчас гостевой я посмотрю. Крит скорость. Бля, ну взял бы типа если надо. Я просто его не изучал, я не практикал что-то с тебя. Короче, распылять нажимаю или что? Ну, иди чуть назад, а? Вернее, лот прону от этого. Да, сфоткать. Блин, афтекс. Его, кстати, нажать можно. Что будет здесь нажать? Да ничего нажать, не остановись на сторону, на вот эту. Видишь, где медведь стоит, только на другую становись. Да. Медведь, только, блядь, не в лоб, стой, ёбаный, блядь.